Раздельный сбор мусора в микрорайоне Опалихово-2 появился вместе с новоселами. Сортировать отходы жители стали активно, но хорошая привычка наткнулась на недобросовестность мусоровывозящей компании. Опалиховцы говорят, стали замечать, что старания тщетны. Весь объем отходов уезжает в одном бункере и совсем не на переработку. Поначалу все проходило довольно, скажем, с энтузиазмом, но впоследствии... Я не знаю, то ли не хватило информации, то ли энтузиазма, но раздельный сбор отходов, можно сказать, был свернут. Приезжали подрядчики, смотрели на то, как мы сортируем, точнее, не умеем сортировать, и, соответственно, на этом все и закончилось. Из-за некачественной сортировки подрядчик и вовсе расторг договор на вывоз вторсырья. За помощью жители обратились в отдел экологии администрации. Не все хотят забирать не до конца отсортированное вторсырье, не все хотят ездить часто там за маленьким объемом, но найти выход можно из любой сложившейся ситуации, мы здесь обязательно его найдем. На помощь к нам, скорее всего, придет раздельный сбор «Красногорск», всем уже известный. Возможно, они возьмут на себя на данный момент ответственность по вывозу. Местная управляющая компания желание жителей заботиться об экологии поддержала. На контейнерной площадке для раздельного сбора мусора по-прежнему есть место, как и сами специальные баки. О том, как сделать так, чтобы в них оказывалось только то, что нужно, жителям расскажут в рамках очередной акции «Экодвор в Опалихе».